В Тверской области продолжается региональный конкурс «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. На этот раз наша съемочная группа посетила сразу две площадки, где студенты демонстрировали свои знания и навыки в двух компетенциях – сварочные технологии и программные решения для бизнеса. Сварочные технологии – это одна из самых зрелищных компетенций регионального чемпионата по профмастерству «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. Проходит конкурс на базе Тверского политехнического колледжа. Главный эксперт отмечает, ребята хорошо подготовились к испытаниям. Оно сложное для профессионалов, но для студентов оно допустимо, они выполняют его хорошо, справляются. А на этой площадке тоже кипит работа, хоть на первый взгляд может показаться иначе. Студенты компьютер на 3 дня стали лучшими друзьями. За это время всем конкурсантам было необходимо выполнить проект по разработке программных решений для бизнеса. Именно так называется одна из 20 компетенций регионального чемпионата. С заданием они познакомились только вот в первый день соревнований. Заготовок никаких они не используют, доступа в интернет у них и нету. То есть работают только с тем, с чем пришли. То есть все только в голове. Вот. Задание достаточно сложное. Они должны разработать рабочий программный продукт и обеспечение для госавтоинспекции. Плюс мобильное приложение и его презентовать. Подведение итогов регионального чемпионата по профмастерству состоится уже 8 ноября в Тверском музыкальном колледже имени Мусоргского, где и пройдет торжественная церемония награждения победителей.